Утро. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Все, отлично. Коллеги, здравствуйте. Я, Мария, слышу. Отлично. Меня слышно. Да, да, Жень, слышно. Прекрасно. Так, ну что, запись идет. Коллеги, начинаем. Да, начинаю наш вебинар сегодняшний по очень интересной акции. Акции, которую объявляет партия «Новые люди». Ну, а мы, конечно, включаемся, естественно, поддерживаем эту акцию и будем стараться со своей стороны, конечно, максимально качественно выполнить все ее условия. Вот, друзья, кто был на вебинаре, который проводили наши коллеги, да, Москва, по этой же теме, поставьте, пожалуйста, единички в чат. Кто не был, поставьте, пожалуйста, двоечки. Понятно, что, может быть, не у всех получилось поприсутствовать в тот момент, чтобы мы понимали, да, насколько у нас сегодня много тех, кто совсем-совсем ничего не знает об этой акции. Да, все-таки есть двоечки, есть те, кто сейчас будет слушать впервые, да, все эти условия. Поэтому мы со своей стороны тогда будем все проговаривать максимально, да, чтобы вы понимали все условия. Ну, а те, кто был, уже слушал, да, я думаю, что вообще ни разу не лишним будет послушать еще раз для того, чтобы понять еще раз все нюансы, да, какие там, может быть, тонкости. Ну и максимально эффективно, да, и для себя, и для структуры, а самое главное, для той самой великой цели, которую преследует партия, объявляя такую акцию, чтобы мы все сработали. Ну что, друзья, начинаем, да, и, ну, Маш, мы начнем, да, наверное, со Светланы. Я думаю, что самый важный такой блок, почему, да, это важно, почему нам всем это нужно, почему это нужно для наших детей, для наших будущих поколений. Я думаю, что только Светлана может так объяснить великолепно. Наверное, мы передадим сразу слово ей. Да, это точно, потому что Светлана у нас ведет поддержку на нашем канале Faberlic Molecular Force. И Светлана, опять-таки же, еще является и помощником депутата у нас, да. Вот. И, безусловно, у нас всегда, ну, вот такие большие движения, они всегда у нас совместно партии, совместно Faberlic, и, конечно же, у нас здесь, в этой нашей акции, безусловно, будет акцент на рекрутинг, да, и на прекраснейший витамин D3 для детей. Вот, ну, давайте начнем, да, с витамина, со Светланы, Света, начинай. Коллеги, я тут голос прорабатываю, хорошо меня слышно? Здравствуйте. С утра практически не разговариваю. Слышим, да. Да, слышим, все замечательно, все хорошо, спасибо большое. Ну, тогда я начинаю. Друзья, шикарнейшая акция будет. И, конечно же, работа будет с продуктом и с продуктом по здоровью. А продукты по здоровью, сами знаем, какие у нас классные. Поэтому берем эту акцию, идем и работаем. Ну, давайте я расскажу, с чем, что мы будем предлагать. Витамин D. Мы знаем, что это один из главнейших витаминов для иммунной системы. Ведь витамин В – это биологически активные такие вещества, которые они образуются под воздействием ультрафиолетовых лучей, поступают нам в организм с пищей, либо мы можем их принимать извне. Что же делает-то витамин D? Для чего он нам нужен? Конечно же, он, во-первых, и обеспечивает рост костей. То есть он улучшает, регулирует обмен кальция и фосфора у нас в организме. Он видите, как что-то у меня, улучшает всасываемость кальция в кишечнике. То есть отвечает за нормальное развитие и рост костей человеческого скелета. Способствует заживлению также переломов. Регулирует деятельность наших мышц, то есть слабость мышц. Витамин D принимаем, у нас появляются силы, как бы, когда наш организм, у нас появляется усталость. Да? Также способствует повышению общего иммунитета. И благодаря витамину D с раннего возраста, конечно же, организм борется с заболеваниями, с ОРВИ, рост зубов здоровый у деток, а препятствует развитию рахита, профилактика диабета и ожирения. И, конечно же, наше настроение зависит от того, какой витамин D у нас. Вот представляете, я вам сколько проговорила.
и он улучшает у нас и сон. И, в общем, давайте теперь как итог такой, да, что он делает. Сейчас я, наверное, следующий слайд включу. Во, вот он, есть этот слайд, да. Рост костей, сон, мышечная система, сердечно-сосудистая система, иммунная система, репродуктивная, нервная. И все это зависит от витамина D. Нужный витамин в организме у нас? Да, конечно же, да. И я думаю, кто сегодня, еще на сегодняшний день не принимает витамин D и думает, что у нас солнце, у нас лето, витамин D у меня сейчас образуется сам в организме, то он ошибается. Потому что если он хочет, чтобы у него от солнечных лучей образовался витамин D, то ему нужно ходить голышом по улице, либо выходить на пляж, ну где-то может нудистки искать, и там лежать, загорать. Тогда да, у нас будет вырабатываться витамин D. Но давайте еще к другому тогда. Фотостарение у нас никто не отменял. Никто не отменял ультрафиолетовые вредные лучи. Они тоже есть. Что мы для этого делаем? Конечно же, мы наносим крем на себя с SPF-защитой для того, чтобы эти лучи, да, нам там не влияли на наш организм. Соответственно, витамин D не образуется в организме. Это теперь нам понятно. Но я еще скажу, что летом его принимать нужно наоборот. Если мы зимой можем даже где-то... мы набрались его там за лето или как-то что, то еще летом, возможно, даже можно больше его принимать, потому что мы прячемся от солнца, наоборот. И еще раз, участвует в метаболизме и обмене веществ, способствует правильному развитию организма, необходим для предотвращения остеопороза, да, размягчаются кости, если не хватает витамина D, рахита, деформации позвоночника, помогает усваивать кальций и фосфор, формирует правильную осанку костную ткань, поддерживает здоровье костей и способствует укреплению иммунитета, защищает от простуд и вируса. Если не хватает витамина D, то мы начинаем чаще болеть. Если вы помните, когда у нас был тот нежелательный ковид, который, да, был, назначали витамин D и прям в такой приличной дозе для того, чтобы дать пинок организму, чтобы организм наш начал работать. И вот здесь вот момент какой. Вот этот следующий слайд, я его не очень люблю, но я с ним сейчас расскажу, что это такое. Вот здесь есть такие параллели. И где солнце больше, на какой параллели, а где меньше? Посмотрите, на какой параллели живете вы. Сколько солнца у вас в году, сколько месяцев, сколько вы получаете, именно у вас синтезируется витамин D в вашем организме от солнечного луча. Еще хочу сказать, солярий. Солярий, там совсем абсолютно другие лучи. Для того, чтобы преобразовывался витамин D, он должен к нам поступать под определенным углом. Определенные лучи должны быть и в определенное время. Поэтому в солярии этих лучей нет. Либо его нужно столько много принять для того, чтобы какую-то дозу витамина D, возможно, выработал наш организм. Поэтому а солярий, как мы понимаем, тоже не совсем есть хорошо для нашего организма. Так вот, на какой параллели живем мы? Давайте мы рассмотрим просто, понятно, что сюда ниже. Солнце у нас меньше получается, чем даже выше. То есть солнца мы получаем мало. Соответственно, витамин D у нас образуется очень мало, его даже летом. И мы его должны просто принимать и давать своим нашим деткам. Я хочу сказать, что даже когда люди как бы уезжают куда-то в жаркие страны, ну, например, возьмем в Дубае, и наоборот, там рекомендуют принимать витамин D чуть-чуть даже в большей дозе, потому что ну, солнце-то сильно жаркое, и люди прячутся от него. То, соответственно, они не получают солнца. Вот, надо принимать витамин. И еще, конечно же, витамин D у нас образуется, может, мы принимаем его от пищи, с пищей, да? То есть мы приняли пищу, переработали, что-то образовалось в организме, у нас там витамин D. Но... обратите внимание, вот здесь вам табличка, вот здесь я не буду проходиться полностью по ней, но сколько нужно съесть человеку для того, чтобы у него вот это, появилась та доза, которая нужна для нормальной жизни, так скажем, да, для здоровья. Рыбий жир. Одну чайную ложку нужно принимать каждый день. Либо вот печень трески. Мы принимаем там, ну пусть 50 грамм печени трески, но мы же этого не едим каждый день, а тем более наши детки. Дети-то вообще, у них питание совсем другое, не такое, как у взрослого. Да хоть и у взрослого питание, оно все равно. Тем более же еще идет и обработка продуктов,
А при обработке там, конечно же, много теряется, то есть у нас не насыщаются наши продукты витамином D. Вот я показываю вам табличку, не буду по ней проходить, потому что время у нас не так много, я не буду занимать его у вас. И вот посмотрите. Так вот, суточная потребность в витамине D у нас, ну, у каждого по возрасту своя, да, 500 мили этих МЕ, это единиц там, международных. А вот смотрите, надо, допустим, съесть 250 грамм тунца. Это 500, это я сказала маленьким деткам с нуля до месяца. А у взрослых это примерно где-то 1000, 1500, это вот суточная потребность нашей витамины D. А сливочного масла, допустим, сколько нужно, килограмм, больше килограмма, 30 яичных желтков. Но мы будем за день это все съедать, соответственно, конечно же, нет. И очень трудно восполнить витамин D через пищу. Ну, можно сказать, практически это. А тем более, эта вся пища, она жирная. А что будет с нашими тогда сосудами и с нашим сердцем? И если мы будем это вот все говорить, у меня правильное питание, я ничего не принимаю, никакие БАДы, никакие добавки, я вот буду только есть правильную пищу. Ну и, соответственно, правильная пища приведет к заболеванию либо печени, либо сердца, либо еще чего-то. И вот у нас тут есть немножко небольшие такие факты о витамине D. Как бы мы собрали их, и я вам хочу их рассказать, эти факты. Вот именно, витамин D необходимо принимать только детям после года. И потом после... А, подождите, сейчас я тут возьму сейчас свои записи. Тут очень мелко, я себе записала, тут куда положила, не вижу. А, вот, нашла. Вот, витамин D необходимо принимать только детям, а после года можно прекращать. Вот, то есть, да, до года. Нет. Витамин D нам нужно принимать постоянно, и деткам в том числе, потому что, ну процентов, наверное, 60-70 у детей до 3 лет его, ну, хватает там, возможно, если там правильное питание, если мы его даем. Короче, дефицит витамина, он распространен у 50% людей, у взрослых, а вот в 60-70% это у детей. И нормальный уровень витамина добиться очень сложно. Но хочу сказать, что детям, ну, чтобы узнать, какой нормальный у него уровень, ненормальный, сдавать не надо анализы, потому что все-таки это стресс для ребенка. Да, взрослому для того, чтобы понять, какой у него витамин D, ему лучше сходить и сдать анализ. И тогда уже понимать, сколько принимать, как принимать, в каком количестве, какое время. А детям это мы даем просто профилактическую дозу. Независимо, как мы его кормим, грудное это вскармливание, либо это будет смешанное вскармливание, в любом случае мы профилактическую дозу деткам даем. Факт второй. Дефицит витамина D можно восполнить через пищу. И сейчас я вам проговорила про то, что с пищей мы его восполнить не можем. Повторяться я не буду здесь, но он не восполняется. Витамин D нужен только для костей и зубов, профилактики рахита у детей. Вообще в настоящее время доказано, что витамин D, он играет огромную роль не только в правильной там осанке, в развитии костей, да, там, чтобы вот рахита не было, но это еще и иммунная система для того, чтобы не болели, нервно-сосудистая система, и углеводная, и репродуктивная, то есть о том, что я о чем говорила уже. Далее, еще такой вот факт. Дефицит витамина D можно восполнить через инсоляцию, то есть через пребывание на солнце. И про это, опять же, я уже вам сказала, что находиться на активном солнце вообще нельзя. А у нас оно, когда бывает активное? Где-то с 11 до 2, до 3 часов это самое активное солнце. То есть мы в это время прячемся, не находимся, мы не ходим на улицу голыми, мы на солнце. Поэтому восполнить витамин D через солнце очень сложно. Мы, наоборот, летом стараемся меньше загорать. Ну, это кто-то есть, конечно, фанаты загара, там любят красивый загар, но потом это чревато. Ну, реально чревато и очень сильно. А ребеночка держать на солнце, ну, тоже не надо. Берегите. Это рак. В первую очередь, это, конечно же, у нас есть заболевание кожи, и что бывает. Поэтому мы берегем себя, берегем детей, защищаемся от активного солнца и просто принимаем витамин D. Ну и вот этот вот пятый факт у нас о том, что не нужно принимать летом витамин D. И я уже тоже про это сказала, что у нас вот эти лучи, они к нам приходят под определенным лучом,
углом, и вот этот луч очень сложно, ну, нам получить его в том, под тем градусом, которым нужно его получить, чтобы у нас образовался витамин D. Там еще такой свой механизм, его именно преобразование у нас на коже. Поэтому, а еще мы летом пользуемся солнцезащитными кремами. И, в общем, что мы делаем? В общем, какой мы сейчас делаем вывод? А вывод такой, что мы пьем профилактическую дозу витамина D, даем ее деткам, взрослые принимаем сами всегда и не болеем. У нас здоровые кости, у нас здоровые суставы, у нас здоровый организм, и все хорошо. Но еще хочу сказать, что ни в коем случае нельзя, чтобы у нас витамин D был передоз. За этим тоже нужно следить. У детей его не будет. Вы ему давать профилактическую дозу. А у взрослых, конечно же, в любом случае мы пошли позагорали, мы поели, там, да, допустим, выпили еще такую двойную дозу витамина D3, потому что мы считаем, что у нас там кости должны быть здоровыми, я должна быть молодая, красивая, активная. Ну и может быть передозировка. Передозировка, она чревата. Там непонятно, что может быть с организмом, но будешь себя чувствовать некомфортно, это точно. Скажу по себе, что у меня была передозировка витамина D3. Я не понимала, почему у меня все болит и мне нехорошо, но что-то со мной происходило непонятно. Когда я сдала анализ, то у меня он зашкаливал. И вот, и потом я его стала принимать, то есть месяц я принимаю, месяц я не принимаю, то есть он накопился у меня в организме, все хорошо, а потом снова начинаю принимать. Но я вам скажу, зато я не болела простудными заболеваниями вообще этот год, практически у меня не было, вот что я могу, да, поэтому вот тут, в общем, следим за витамином D. Ну и как итог? Что такое витамин D? Почему каждому ребенку требуется витамин D? Ну, потому что он важный витамин, мы выяснили, для здоровья детей, помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые обязательно нужны для формирования и поддержания здоровых костей, зубов. Также витамин D играет огромную роль в регуляции иммунных клеток. И, конечно же, он помогает нам защищать наш организм от инфекций. Укрепление иммунитета, здоровый рост зубов и костей, профилактика диабета и ожирения, о чем я говорила в самом начале, и, конечно же, наше настроение. Улучшает настроение и снижает риск развития депрессии. Нужен витамин D? Как вы считаете? Я считаю, что да. Не знаю, как вы вот после того, как вы меня послушали, все-таки какие-то вопросы... Были вопросы на прошлом вебинаре, и я хочу сразу их вам ответить сегодня на один из этих вопросов, что бывает ли аллергия на витамин D? Конечно же, нет. Но знаете, это может быть очень-очень редкий случай, когда будет, ну, даже вот не знаю, это, ну, такие бывают же случаи, да, там один на много-много миллионов или тысяч. Поэтому вообще наоборот, витамин D – он даже предотвращает развитие аллергических заболеваний. Вот, допустим, он снижает даже приступы бронхиальной астмы. Какие-то дерматиты бывают, да, атопические, еще что-то. И начинают, наоборот, давать витамин D3. Поэтому он обязательно нужен. Поэтому аллергии на него не бывает. Когда лучше давать витамин D3? Витамин D3, ну, нету такого, чтобы прям вот вы давайте в определенное время. Но лучше давать его в первой половине дня. Покушал ребеночек и давайте. Ну и что? Ну пусть у вас будет на рыбу аллергия. Это рыба, а это совсем другое. Здесь вообще не... Это же не в чистом виде вам прям вот выдавили рыбий жир, сделали капельку, и вы его даете. Нет, конечно же. Поэтому все нормально. Можете не переживать. И рыба же, она бывает разная, и не бывает аллергия на всю рыбу. Рыба бывает красная, на красную может быть рыба, там еще какие-то, да, аллерген. А поэтому здесь тоже нужно смотреть. Да, все индивидуально, верно. Поэтому здесь надо смотреть. Так, когда даем, я сказала, что абсолютно не влияет на время, но лучше давать до обеда. И, кстати, витамин D3, он как бы не способствует выработке мелатонина, чтобы там засыпал ребенок или еще что-то. Поэтому, ну, лучше давать его не перед сном, когда вот там ложится, а наоборот, проснулся, и все. И еще есть такой момент. Нужно ли ребенку давать кальций? Нет. Детям кальций не показан. Показан только витамин D3,
его даем, и все. И, друзья, если есть какие-то вопросы у вас сейчас по витамину D, по назначениям, по дозам, сколько нужно вам, сколько вашему ребенку, конечно же, первое, это мы обращаемся с ребенком, если что, в поликлинику, и наш лечащий там педиатр все рассказывает. А вообще у нас с вами есть чат, поддержка молекула Форса, где врачи отвечают на все ваши вопросы. И, конечно же, обращайтесь туда, задавайте все вопросы, которые вас будут интересовать по витамину D, и вам обязательно ответят. А знаете, из какой рыбки сделан наш? У нас есть написано, там у нас рыбий жир, там все написано, есть рыбный жир, есть рыбий жир, а там, девочки, есть карточка этого, вы зайдите, посмотрите, у нас здесь, у нас с наших морей северных делают из рыбы, поэтому из хорошей рыбы делают. Ну, я, наверное, буду с вами прощаться, не буду вас задерживать. Всем хорошего рекрутинга, и думаю, что спасибо партии «Новые люди» за то, что она что-нибудь нам... А нет, она что-нибудь придумывает, а Фаберлик поддерживает и тоже вместе с партией дает нам возможность с вами увеличить свою структуру, повысить свой товарооборот. И, в общем-то, я вам желаю, чтобы у вас все так и было. Увеличилась структура и товарооборот, и настроение хорошее от приема витамина D3. И чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, что меня послушали. Света, спасибо огромное за твое выступление. Я с удовольствием уже второй раз прослушала. И спасибо, что еще раз я убедилась в том, насколько это волшебный витамин. И я помню в свое время, когда для меня открылся витамин этот, слава богу, это случилось уже давно, и давно я уже слежу за своим здоровьем. Моя врач-эндокринолог сказала, что дефицит витамина D абсолютно у всех. Нет ни одного человека, который бы сказал, у меня все хорошо. И, наверное, это как раз вот те факторы, которые ты сейчас перечисляла, наверное, тому виной. Да? Будем поправлять свое здоровье, будем заботиться о себе и восполнять недостающий витамин D, да, ну, не только у себя, но и, конечно, у наших детей. Вот это очень сильно важно. Правда, нам эту акцию отработать не просто, да, раздать эти витамины и зарекрутировать маму или папу этого малыша, да, а тут очень важно донести значимость, да, потому что суть акции не в том, что мы дарим, да, папочку витамин, а в том, чтобы и дальше родители заботились о здоровье своих детей, мы с вами имели в конечном итоге здоровое, крепкое, крутое поколение. Классных, классных ребят. Это ну, да. Да, начнем про акцию, да? Начнем про акцию. Вы знаете, получается, что вот реально партия «Новые люди», кто следит, да, за партийными чатами, правда, Алексей Геннадьевич и партия «Новые люди» поднимают вот такой вопрос, да, то, чтобы наши ребятишки прям с самого рождения уже росли здоровыми. И это на самом деле очень-очень круто. И, конечно же, здесь цель такая, чтобы витамин D3 получали все дети в нашей стране. И именно сейчас вот такую глобальную проблему, да, вот партия на уровне Госдумы, на уровне государства сделала вот такой шаг, объявила об этом на всю страну, да, и поэтому вот партия запускает сейчас такой проект по витаминизации, вот. И, конечно же, сейчас будем просвещать родителей, обеспечивать важнейшим витамином, витаминов их и маленьких ребятишек. Вот. И по планам, да, по таким глобальным планам, что за первый год витамины получат 260 тысяч детей. И это, ну, на самом деле, правда, такой очень большой шаг к формированию национального иммунитета и залог крепкого здоровья для будущих поколений. Вы знаете, что наш Алексей Геннадьевич, он, ну, правда, заботится о нашем будущем, о будущем нашей страны, о будущем наших детей. И это вот прямое тому доказательство, ну, во-первых, и наши принципы компании, это раз, это глобальный проект «Капитаны России», когда мы вот со школьной скамьи, да, ребят, такое вот совсем другое воспитание, да. И, собственно говоря, сейчас уже идем прям совсем к малышам до трех лет, чтобы они были крепкие, здоровые. И, конечно же, была наша вот такая вот достойная смена и так далее. Ну, идем дальше. Да, конечно,
Маш, на самом деле у ребенка, у него же формируется в начале жизненного пути вот основа основ, да, и пропусти этот момент, и потом вот лечимся всю жизнь, правда же, да, а тут когда мы подхватим вот эту идею вообще, концепцию самого главного витамина, который, без которого, как мне объяснили в свое время врачи, я это четко усвоила, не усваивается ни один другой там полезное вещество, питательный элемент, поэтому это правда очень важный витамин для наших детей и для нас с вами. Это вот, да, да, кстати, это точно да, потому что даже есть такой рецепт, когда ты вот начинаешь простывать, и ты это понимаешь, да, что вот-вот заболеешь. Здесь тоже ударная доза витамина D3, и ты уже тоже на ногах, да, практически. То есть это тоже есть такие рецепты и советы, потому что, да, витамин D, он прям вытягивает и поднимает, это да. Да, коллеги, но мы с вами конкретно в этой акции работаем только с аудиторией, да, родителей детей от 3 до, ой, от 0 до 3 лет. То есть до 3 лет, это до очень важное, да, вот, поэтому 3 и более мы уже эти детишек, ну, как бы мы их не то чтобы эту акцию не берем, они у нас спокойно ждут, когда у нас появится этот замечательный витамин из страницы каталога, и, конечно, все смогут его в конечном итоге приобретать. И мы для своих детей и внуков, все наши консультанты, пока конкретно вот в этой акции мы решим, именно с этими родителями будем работать. Это наша целевая аудитория, и это очень важно понимать. Вот, стартуем мы с 11 июня, да, вместе с партией «Новые люди». Уже будет у нас с 11 июня мы будем получать эти витамины. Давайте, да, все по порядку. Все по порядку. Сейчас, что очень важно, да, узнать, да, и запомнить для себя, кто принимает участие в этой акции среди наших консультантов, это, конечно, безусловно, те консультанты, которые у нас находятся в третьем плане. От 3% и до 23%, да, до директора личности. Вот, поэтому очень важно в 8-м периоде именно выйти хотя бы на минимальную вот ступеньку на третьем плане, а лучше больше. Да, того, Жень, тебя, Женечка, тебя очень плохо слышно, пропадаешь почему-то. Посмотри. Прерывается связь, да? Прям очень-очень тихо, практически не слышно, и да, и булькает. Так, ну хорошо, вот так меня лучше слышно. Да, вот так слышно. Не знаю, да, ты то проявляешься ярко, то не слышно совсем почему-то так. Ясно. Буду говорить громко, но не знаю, насколько мне силы голоса хватит. Итак, друзья, от 3%, да, и выше по итогам 8-го периода вот эти консультанты примут участие в акции. Примут участие в качестве кого? В качестве наших консультантов, которые получат для раздачи витамин D3, да, получат свои заказы и, конечно, уже пойдут выполнять вот эту большую миссию витаминизации детей, будут рассказывать и вручать родителям, которые зарегистрируются в компании Faberlic, то есть должны быть новые регистрации уже в 9-м периоде. Да. Да, поэтому, друзья, сейчас у нас с вами вот этот каталог, он такой, можно сказать, показательный, да, для того, что, ну, для возможности роста вы можете шагнуть на ступеньку по маркетинг-плану, если вы еще не директор, да, и только начинаете свой путь, можете сделать 3, 6, 9 и так далее процентов, чтобы как можно больше получить витамина D3 для ребятишек, для рекрутинга. Потому что все остальные акции, они у нас тоже есть, они остаются, и первый шаг, и стартовая программа, а это еще будет такой дополнительный подарок, очень крутой витамин, поэтому это очень-очень круто. И, соответственно, вот в рамках этого каталога вы можете сейчас еще повысить свой статус и, собственно говоря, да, выйти на новую ступень и получить то количество витаминов, которое захочете. Да, но, друзья, вот тут очень-очень важно, да, именно момент подачи заявки, потому что уже с 15 мая у нас наши консультанты подают заявку на участие в этой акции, и по 9 июня можно будет подать. Но, смотрите, у нас действительно количество мест для участия очень ограничено, и вы прекрасно понимаете, как показал опыт нашей акции, который у нас был флешмоб, помните, 6 апреля, посвященный здоровью, что...
когда мы включаемся активно, да, когда мы действительно делаем так на позитиве, с драйвом свою работу, то да, у нас количество продукции действительно очень скоропостижно уменьшается. И это, с одной стороны, хорошо, да, значит, все активно включили. С другой стороны, мы уже сейчас понимаем, что решение надо принимать как можно быстрее. Поэтому как подать заявку? Вы можете подать заявку сейчас, да, на участие в этой акции. Но в любом случае, когда будут нам вставать заказ витамины, а будет это по итогам 8-го периода, да, а там уже будут важны результаты, как вы закрыли именно 8-й каталог. Поэтому даже если сейчас вы находитесь на ступеньке, положим, 6%, да, а хотите именно в 8-м каталоге сделать больше, да, статус в маркетинг-плане, все нормально, вы можете подать заявку сейчас по итогам 8-го каталога. Ваши данные, когда обновятся, и вам начислят то количество флакончиков, да, витамина, которое будет по итогам именно 8-го каталога равняться, да, вашей ступеньке маркетинг-плана. Поэтому подаем заявки сейчас и ставим себе цели хорошие, амбициозные, для того, чтобы получить как можно больше витаминок и отработать эту акцию максимально круто, пообщавшись как можно с большим количеством родителей деток от 0 до 3 лет. Как мы подаем заявку на участие в акции? Ну, мы с вами живем в 21 веке, и у нас сейчас цифровые технологии – это вообще наша правая, левая рука и нога, и все на свете, поэтому нет ничего проще, чем подать заявку через бот. Вот сейчас вы видите на экране QR-код. Мы когда смотрели первый вебинар, прям тут же, пока нам рассказывали про эту акцию, мы переходили по QR-коду и буквально шли по шагам, которые расписаны, но настолько понятно, что даже интуитивно, да, можно понять, что нужно делать и зачем. Шелеста страниц точно нет, коллеги. У меня ничего рядом не шелестит, поэтому это, видимо, что-то с интернетом. Маш, ну передаю тогда тебе слово, чтобы всем комфортно было. Так, друзья, меня слышно, да? Лариса, вопрос, что именно групповой объем, ПЛО тоже нет требований, хотя бы 50. Ну да, это все требования маркетинг-плана, чтобы быть в маркетинг-плане. 3%, 6, 9, 12, 15, 19, 23. То есть, чтобы быть в маркетинг-плане и получать объемную скидку. Если мы делаем меньше, чем 50 баллов личного объема, то, соответственно, в маркетинг-план мы не попадаем. Вот, поэтому здесь, безусловно, за этим мы тоже следим, да, личных 50 баллов обязательно, а дальше у нас идет групповой, ну, неважно, может быть, он в том числе и личный, главное, чтобы вы были участником маркетинг-плана и получали вознаграждение. Вот, коллеги, поэтому смотрите, необходимо, да, зарегистрироваться, чтобы получить наши витамины, запустить вот этот бот. Обязательно. Здесь, правда, как уже сказала Евгения, очень-очень просто все с ним справиться. Да? Запустить этот бот, подписаться, согласиться продолжить, подписаться на телеграм-канал, который называется «Детский иммунитет». Вот. И, собственно говоря, ввести свой регистрационный номер и пароль в одну строчку. Здесь самое главное, чтобы это было в одной строке, в одной строчке через пробел. Вот. Ну и, собственно говоря, после сообщения от бота, что регистрация в акции прошла успешно, здесь удаляете ваш пароль из чата с ботом, ну, на всякий случай самостоятельно удаляете, и все, вы в акции, вы в программе. И здесь самое главное, да, уже по итогам этого текущего каталога, с которым я вас торжественно поздравляю, сегодня начался, да, уже по итогам этого каталога быть, что называется, в маркетинг-плане, по возможности повысить свой статус и получить максимальное количество. Женя, что-то у тебя гремит. Максимальное количество витамина D. Коллеги, подскажите, пожалуйста, так меня лучше слышно? Сейчас, да, сейчас отлично. Да. Хорошо. Вот. Кстати говоря, Ольга просит, да, какое количество, в каком статусе. Вот, пожалуйста, на слайде тут все расписано. Можно пользоваться этим слайдом, тоже здесь прямо отскринить, посмотреть и уже себе поставить цель. Угу. Да, вот классно, да, такая шикарная табличка. Вот, смотрите, что нужно сделать, да, так, до 10 июня
да, по 9 надо подать заявку, это обязательно, потому что если вы очнетесь 10, то вы уже в эту программу не войдете, потому что 10 июня по итогам 8 каталога уже пойдет настройка набора витамина D3 согласно статусам, да, согласно статусам по маркетинг-плану. И уже с 11 июня вы можете при оформлении заказов, да, вам уже будут эти витамины падать в вашей корзинке согласно вашему статусу, да, в маркетинге. Это будет все добавляться автоматически за 1 рубль. Вот. И смотрите, по 14 июля, да, нужно будет успеть получить эти витамины. Ну, грубо говоря, месяц и еще 3 дня. Вот, я думаю, мы с этой задачей точно справимся. Вот, ну, думаю, тянуть однозначно не надо, а все взять в ближайшие сроки, чтобы успеть, безусловно, все эти витамины раздать. Но, тем не менее, срок для того, чтобы вы оформили заказ и забрали свои витамины по настройкам, согласно поданным заявкам, он такой вот, можно сказать, большой. Вот. И, внимание, настройки D3 в личных кабинетах консультанта появятся именно с 11 июня и только для тех, кто успел подать заявку на участие по 11 июня, да, и выполнить условия по маркетинг-плану. То есть вот это нужно будет соблюсти. Угу. Так, дальше, да? Так, здесь сразу вопрос. Лен, сейчас тут, я думаю, будут ответы по ходу презентации. Да, это мы сейчас проговорим. Вот, собственно говоря, мы переходим к самому флешмобу «Детский иммунитет», который у нас с 10 июня, да, начинается, и по 31 июля он продлится. И, конечно, это очень-очень важно, да, потому что подать заявку, получить баночки – это вот первый такой важный шаг, да. Второй важный шаг – это по правилам нашей акции, нашего флешмоба, всю эту продукцию полученную реализовать, да, то есть передать ее в те самые руки, которым она предполагается, да, и в соответствии с правилами компании Faberlic. Потому что каждая баночка – это такой подотчетный, да, продукт, и действительно к этому нужно со всей ответственностью отнестись, потому что, ну, за каждую баночку мы будем отчитываться. Да, отчитываться, причем предоставляя регистрационные номера, кого мы зарегистрировали, да, кому мы ее передали. Вот. Итак, ну что, как мы работаем, да, с этим продуктом, как мы работаем с этими баночками, которые мы получаем? Первое, что нам нужно сделать, да, когда у нас уже появился витамин D3, когда мы уже вооружились знаниями, информацией, чтобы работать с родителями, мы, конечно, должны найти семью с ребенком, вот в этом возрасте, да, менее 3 лет, да, и это должна быть семья, которая ни мама, ни папа не зарегистрированы в компании Faberlic, да, то есть мы выходим на совершенно новую нашу аудиторию и рекрутируем новых родителей для того, чтобы потом уже впоследствии они могли вместе, когда и наши консультанты Faberlic уже проходить эту витаминизацию, уже приобретать по каталогам, конечно же, данный витамин, для того, чтобы постоянно поддерживать иммунитет своих детей в таком хорошем, здоровом тонусе. Итак, мы с вами находим такую семью, 1, 2, 3, да, в зависимости от того, сколько баночек мы получили, и работаем уже с этими семьями. Нам очень важно с вами понять, проверить возраст ребенка. И для этого мы берем свидетельство о рождении. Еще раз я напомню, здесь нет ничего такого, потому что это подотчетный продукт. И, естественно, мы как люди, которым передаются, да, эти продукты, так как мы их отдаем на безвозмездной основе, мы должны, конечно же, в компанию отчитаться, да, что именно они были переданы по назначению. Поэтому ничего такого, да, в том, что мы просим у семьи свидетельство о рождении, нет, просто спокойно это объясняйте. Я думаю, что любой человек поймет, что да, действительно, это этапные акции с дорогостоящим продуктом, они должны проводиться так, чтобы мы не себе оставили, да, или не где-то там складировали и не раздали, а все отправили по назначению. Поэтому проверяем свидетельство о рождении, проверяем возраст ребенка, регистрируем в компании Faberlic одного, любого, да, из его родителей, маму или папу. Вот. И, конечно же, очень важно подписать этого новичка нашего, да, родителя на канал «Детский иммунитет» в Телеграме. И на этом канале вообще, кстати говоря,
по-моему, да, уже началась информация, уже к нам выходит Ксения Пустовая с какими-то интересными такими колобочками, где она уже приветствует аудиторию. Я думаю, что там будет очень интересно еще в дополнение к той информации, которую вы даете родителям, да, как консультанты компании, как люди, которым сообщили о значимости этого продукта, да, еще и, конечно же, специалисты, которые, ну, напрямую, а Ксения, Маша, у нас, по-моему, она в комитете по здоровью, да, партии «Новые люди». Да, да, и как раз-таки вот самые первые посты как раз-таки в этом, в детском иммунитете, да, на нашем канале, здесь как раз-таки вот, да, что вместе с главой партийного комитета по здоровью Ксении Пустовой дал старт программе «Новое здоровое поколение». Да, и как раз-таки вот из Госдумы есть все вот эти вот посты, потому что именно в Госдуме, где вот поддержали представители Минздрава, медицинские эксперты и профильные блогеры, да, то есть как раз-таки именно в Госдуме все это и обсуждалось, и оттуда стартовало, вот. Угу. Вот, поэтому, да, конечно, этот канал, безусловно, полезен будет родителям, я думаю, что... Ну, а у нас сейчас тоже такая идет интересное поколение родителей, которые, правда, обращают внимание на здоровье, которые интересуются, которые в теме, они подписываются на различные каналы, они мониторят, что есть, да, современное, поэтому я думаю, что с удовольствием тоже включатся в эти каналы, в этот... Да, на канал, правильно, на канал «Детский иммунитет». Дальше, смотрите, для отчетности мы вносим номер свидетельства о рождении, дату рождения ребенка и регистрационный номер Faberlic одного из родителей в чат-бот «Витамин D3 Faberlic». Вот этот чат-бот, да, он у вас тут есть, и это тот чат-бот, в котором мы регистрировались, да, и там нажать кнопочку «Отправить отчет». Вот, в принципе, еще раз, да, получается у нас, что для отчета нужно? Номер свидетельства о рождении ребеночка, то есть мы скрин не прилагаем, да, номер свидетельства о рождении, дату рождения ребенка и регистрационный номер одного из родителей, которого мы зарегистрировали. Все, да, и нажимаем кнопочку «Отправить отчет». Все, после этого мы торжественно вручаем флакон витамина D3, вот, и, в принципе, да, родители уже начинают витаминизацию своего ребенка. Да, смотрите, здесь сразу идут вопросы. Вот смотрите, необходимо зарегистрировать именно одного из родителей, а не бабушек, дедушек, потому что в свидетельстве о рождении вписаны родители. И это должно, ну, как-то, как минимум, наверное, совпадать. Бабушки, дедушки тут. Вот, поэтому, безусловно, да. И смотрите, у нас эта акция, она как раз-таки, она направлена именно на рекрутинг. Вижу, что вы пишете, что... А можно просто купить. Да, этот витамин можно будет купить. Он будет у нас с 11 каталога, он будет у нас в продаже. И для всех зарегистрированных родителей, у которых есть уже детки до 3 лет, безусловно, они смогут купить этот витамин для своих ребятишек. Но это будет уже без бренда партии «Новые люди». Это будет просто бренд Faberlic. И он у нас появится в продаже с 11 каталога. И здесь как раз-таки акцент на рекрутинг, друзья. Не надо нам еще раз подписывать тех, кто... Мама подписана с ребенком, подписываем папу, чтобы получить этот витамин. Нет, давайте этого делать мы не будем, потому что это, ну, получится не рекрутинг. А, ну, сами понимаете, что. Поэтому здесь, безусловно, мы идем к тем, кто еще не Faberlic. Вот. А те, кто в Faberlic, у кого есть маленькие детки, все смогут его купить, но потом. Сейчас пока мы рекрутируем. Это, ну, не просто получится не рекрутинг, может, я так это уже мягко сказала. Я считаю, что это получится нарушение вообще условий нашего флешмоба и всей нашей акции. Поэтому, ну, да, это не рекрутинг. Нам не нужно этого делать, да, конечно, безусловно. У нас есть глобальная такая цель, да, задача, и давайте отталкиваться от нее. И мы ее проговорили в самом начале, потому что наши консультанты увидят этот витамин и услышат из чатов, они будут в любом случае знать, они в любом случае будут пользоваться этим продуктом. А
наша задача выйти на новую аудиторию и, ну, вот эту витаминизацию масштабировать, понимаете, вот еще в чем. Вот в этом, конечно, партия видит свою, да, задачу. А мы тут, конечно, активно видим еще и задачу рекрутинга. Поэтому одно на другое такое прям классные миссии накладываются, и получается в итоге шикарнейший у нас флешмоб с вами. Вот. Ну, а в 11-м каталоге, да, уже, как Мария сказала, все уже, витамин будет доступен всем в продаже, и включая вот этих новых родителей, которые у нас будут подписаны, они также смогут продолжить этот витамин покупать для своих деток. Да? Просто вот они возьмут для ознакомления, а дальше уже будут приобретать со страниц каталога. Так. Ну, это, я так понимаю, что у нас с вами еще раз, да, то, о чем мы сейчас проговорили, но это уже так вот схематично, да, что называется, кто лучше воспринимает информацию именно вот такими схемами, да, картинками. Еще раз давайте проговорим. То есть мы с вами, да, когда получили витамины, наша задача – найти семью с ребенком возрастом менее 3 лет. Родители этого ребенка должны быть не зарегистрированы в Faberlic. Проверяем возраст по свидетельству о рождении. Да? Если все хорошо, все совпало у нас, регистрируем благополучно одного из родителей, любого. Да? Вот. Дальше подписываем его обязательно на канал «Детский иммунитет» в Телеграме. Отправляем отчет через чат-бот наш рабочий. Да? В отчете должен быть регистрационный номер зарегистрированного родителя. Да? И это очень важно, что его дата регистрации должна быть не раньше, чем 10 июня, правильно? 10, да, да, Маша? Да, 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 да. Все, да. И тут очень важно, да, чтобы именно в датах не ошибиться, это должна быть регистрация именно вот с 9-го каталога. С следующего, да, с 9-го каталога, да. Угу. Да, да, с 9-го каталога. То есть, если родитель зарегистрирован у нас там 9-го, да, июня или раньше, то есть он уже не может принять участие в этой акции. То есть свежая регистрация с 10 июня. Дальше у нас должен быть, кроме регистрационного номера, номер свидетельства о рождении, да, и дата рождения ребенка. Все, как только мы это сделали, отчет отправили, мы дарим флакон. Вот, и благополучно, да, отправляем родителей витаминизировать своего малыша во благо и на здоровье. Да, и обратите внимание, что у нас флешмоб идет по 31 июля, то есть получается, ну, чуть больше, чем полтора месяца. Заказ родитель не должен делать. Вот Наташа... Сразу вопрос. Нет, у нас здесь самое главное, что мы его регистрируем, да, то есть вы можете и делать этот рекрутинг так, что мы его регистрируем в системе, да, что ребенок до 3 лет, потому что продукт этот подотчетный, и вам нужно будет отчитаться, что именно вы выдали ребятишкам от 0 до 3 лет. Поэтому мы регистрируем его не только вот в чат-боте, отправляем, но и еще в нашей программе, да, вот в нашей Faberlic-овской присваивается еще номер регистрационный. Вот, поэтому, собственно говоря, вот эта процедура, да, должна быть. Заказ Faberlic человек, ну, не обязан делать. Вот, соответственно, потом в дальнейшем вы уже можете с ним еще раз коммуницировать и, конечно, какие-то что-то для мам и для ребятишек и уже дальше продолжить вашу дружбу и, собственно говоря, там и по стартовой программе включить и так далее. Но да, вот первый заказ делать это не обязательно. Главное зарекрутировать и подарить подарок. Все верно. Да, коллеги, смотрите, ну вот тут вот показано, да, как работает у нас бот, прям скринами вы можете увидеть, да, где кнопочка «Отправить отчет», в каком формате мы с вами отправляем данные, да, то есть вот все это видно, мы вам еще скинем дополнительно скрин вот этот, чтобы вы посмотрели. В принципе, еще раз, даже без этих схем будет интуитивно понятно, как только вы заходите, отправляете, там, нажимаете «Отправить отчет», вам дальше дальнейшие подсказки бот дает уже сам, и если даже что-то вы сделали неправильно, он тоже вас направит и поможет скорректировать, если где-то там пробел неправильно поставили или что-то еще. Вот, еще раз, да, что регистрационный номер родителя должен быть зарегистрирован с 10 июня, не раньше, да, вот, и бот не примет регистрации, если они были сделаны ранее.
Дальше. На момент отправления отчета в бот возраст ребенка не должен превышать 3 года. Бот не примет дату рождения, превышающую возраст 3 года. Ну и тоже очень-очень важно, да, вы получаете флаконы с витамином, вы их реализуете, и каждый флакон, он требует отчетности, да, через этот бот. Поэтому смотрите за этим. Безусловно, компания, конечно, нам доверяет, и поэтому нам выдаются эти витамины с расчетом на то, что каждый из нас отчитается по регистрациям родителям, по врученным витаминкам. Но если вдруг у нас возникнут какие-то, ну, нарушение в этом плане, чего, конечно, бы очень не хотелось, но просто для себя имейте в виду, что в подобных акциях вы больше принимать участие, к сожалению, не сможете. Вот, поэтому давайте тоже оправдаем все доверие компании и отчитаемся, конечно, за каждый полученный витамин и проведем эту акцию так, как и предполагается. Это очень-очень важно. Ну и еще есть такой маленький момент, потому что возможна такая ситуация, что, ну, мало ли какой форс-мажор, вы получили, вы заявились, да, вы получили витамины, но у вас не получилось реализовать их 100%, да, в объеме 100%, или вообще не получилось нисколько реализовать. Все эти витамины необходимо будет вернуть в компанию, да, если по ним нет отчета. Так, могу ли вот, передать свой... Да. Ага, витамин, да, это можно будет передать, это тоже у нас будет дальше. А, у нас это будет дальше, да, мы сейчас тогда проговорим. Да, действительно, еще и, да, прелесть этой акции в том, что мы можем в глубину регистрировать, не только в свою первую линию. Так, это у нас что? Это у нас календарь акции, да, тоже еще схематично мы видим. Еще раз все эти даты, и мы вам отправим, наверное, тоже скрином, чтобы они у вас были отдельно, да, и чтобы вы себе в телефон их сохранили. Так. Маш, презентация сейчас. Ирину, да, мы приглашаем. Так. Сейчас мы, а дальше там, да, дальше пойдет Ирина. Угу, да. Так, Ир, подключайся к нам уже, чтобы мы тебя видели. Ну, давайте тогда, пока Ирина подключается, еще на вопрос Ирины Крот, да, ответим. У нас предполагается регистрация новичков, да, вот по этой акции в любую, да, глубину. Вы можете действительно передать, да, например, возможность своим консультантам, возможность зарегистрировать новичков. Но здесь очень важный есть момент. Отчитаться по каждому флакону должны все равно вы, человек, который получил, да, на которого была настройка, который получил все флаконы. То есть, да, пожалуйста, пускай это делают ваши консультанты, ваши партнеры для развития своих структур, да, и ваши веточки в глубину. Но отчитывайтесь вы, и это, конечно, безусловно, на вашей ответственности. Поэтому держите здесь руку на пульсе и отдавая такой ценный продукт, да, ценный с точки зрения материальной и, безусловно, идейной, вот, вы должны понимать, что вы отдаете человеку, который вас не подведет. Наталья, ну, про цену в аптеках мы, наверное, не скажем, да, это проще прийти в аптеку, наверное, и посмотреть, какая стоимость этого продукта. Ну, я точно не подскажу по детским, правда. Ну, тем более, да, тем более там разные производители, разные цены, там и дозировки, и там и граммы, ну, сложно сказать. Ну, тут в первую очередь, конечно, вопрос даже не цены, да, а вопрос, конечно, вот этой глобальной миссии, да. Мы не предлагаем, наверное, вот родителям там какую-то уникальнейшую возможность сэкономить баснословные деньги. Нет, мы предлагаем попробовать качественный, крутой продукт, да, и вообще начать, в принципе, витаминизацию своего ребенка. Поэтому вот тут такой момент. Я не думаю, что этот витамин потом в каталоге будет стоить очень дорого, но мне кажется, не должен, по крайней мере. Коллеги, скажите, пожалуйста, слышно меня или нет? Я начну. Да, я слышно. Спасибо, да, большое. Друзья, я для себя вот в своем блоке, который, о котором я буду рассказывать, ставлю две основные задачи. Первая задача – разложить по полочкам, когда, какие действия нужно делать. Потому что, ну вот честно говорю, когда я первый раз смотрела презентацию, вебинар, у меня прям в голове была такая кашка.
Вот. Поэтому первое, еще раз повторяю, мне важно, чтобы вы четко для себя уяснили, когда, что, чего, какие действия делать. И второе, а что мы, как лидеры компании Faberlic, получим с данной акции, с данной активности. Ну и вот по первой задаче, да, давайте еще раз объясню. С сегодняшнего дня, если мы с вами вот здесь, вот, да, все присутствующие директора, то наша задача максимально оповестить нашу структуру. Даже если мы находимся там на 15-12%, я думаю, что у нас уже есть структура, где лидеры от 3% и выше присутствуют, и поэтому нам нужно с вами, с ними четко очень прокоммуницировать. Причем я, допустим, беру во внимание не только тех, у кого уже есть 3%, но и тех, кто делает 50 баллов, тех, под кем есть зарегистрированные консультанты, но кто пока по каким-то причинам не вышел на 3%, с ними я тоже связываюсь и рассказываю им о возможности участия в этой акции. Ну и, как вы, девочки, сказали выше, уже идет заявка на акцию, да, до 9 июня вы можете сделать. Весь восьмой каталог мы с вами работаем с лидерами, чтобы они перешли на максимально высокую возможную ступеньку маркетинг-плана для того, чтобы с 9 каталога, в первый день каталога получить свои витамины в максимальном возможном количестве и уже участвовать в этом флешмобе. Здесь давайте тоже подготовимся к флешмобу правильно, да, нужно задаться вопросом, а где же я буду рекрутировать? Причем эти вопросы первые, вот я когда начала общаться, да, разослала. Так, Ира, у меня звук пропал. Ага, появился? Да, ну, есть. Да. И вот здесь на картинке, смотрите, уже прям есть траектория, куда нам идти, да. Ну, во-первых, это детские сады или ясли, ну, даже ясли в приоритете. Это детские площадки, где гуляют мамочки с малышами, с ребятишками постарше. Это чаты молочной кухни, есть такие, оказывается, тоже, чаты мамочек, и такое тоже у нас есть. И выйти на анкетирование рядом со своим пунктом выдачи самостоятельно, либо вместе с вашим лидером, да, выявить в окружении, да, вашего пункта выдачи, ну, на территории, где он находится, таких родителей. И причем это можно делать уже вот буквально, ну, там, в ближайшие теплые дни, найти таких родителей и, начиная с 11 июня, уже начать с ними работать, да, и регистрировать МИК и предлагать получить витамин D3. Мне кажется, вот использовать даже вот любой из пяти, да, уже вы, ну, любой из пяти возможностей, вы уже сможете найти то количество мамочек, потому что, вы знаете, мамочки на самом деле, да, это такие, такая категория, где как только одна узнает о чем-то интересном, о чем-то нужном, она за собой может привести целую прияду таких же мамочек, потому что они очень дружны, у них, ну, такой ограниченный круг общения, и любая новость в этих чатах, да, или в этих сообществах разносится буквально молниеносно. Поэтому стоит вам действительно выйти на одну вот такую вот маму, и все другие мамы к вам подтянутся. Вот. Ну, а той активистке, с которой вы пообщаетесь, можно будет вообще предложить стать руководителем этой группы, я имею в виду у нас, да, в компании Faberlic, и всех мам, которых она приведет, зарегистрировать под нее, ну а дальше уже, дальше сейчас посмотрим, что можно будет сделать с этим совсем. Итак, теперь про деньги. Давайте поговорим. Выгоды от акции витаминов D3. То есть если мы просто раздали витамин D3 и зарегистрировали новичка. Но, как правило, давайте будем все же подходить с точки зрения предпринимателя, да, и наша с вами задача. Понятно, что у партии задача заявить о себе, раздать брендированный витамин D3, но мы, как предприниматели, кроме волонтерской своей вот такой вот работы помощи партии, да, конечно же, мы должны видеть и свой интерес. И наш интерес первоначальный в том, чтобы зарегистрированные нами мамы и получившие от нас подарок витамин D3 для ребенка, ну, как минимум, сделали заказ еще и для себя, и для своей семьи.
Вот. И вот, вот здесь вот у нас приведена статистика. Средний заказ по статистике, средний заказ новичка по статистике, еще раз, не первый шаг, а средний заказ по статистике – это 1500 рублей. И если брать полный балл, и здесь, вы знаете, будет, наверное, логично привязать продукт для здоровья ребенка, да, и предложить мамам попробовать продукты для здоровья, для себя лично. Тем более, ну вот я буквально... неделю назад делала себе заказ, и витамин D3, по крайней мере, у нас на новосибирском складе точно есть, да, и когда мы не просто отдадим в руки этот витамин D3, а расскажем о его важности, вот то, что сейчас говорила нам Светлана, то, наверное, мама скажет, блин, так и мне же тоже надо витамин D3, и мужу надо, и там старшему ребенку. Вот, пожалуйста, заказали там 2-3 упаковки, и вот тебе уже 16 баллов такая мамочка сделает для своей семьи. Плюс еще в подарок для малыша, для своего получит. И если мы трехпроцентники, если наши лидеры трехпроцентники, то в данном случае на двух вот таких вот заказах, а у нее будет два флакона, у трехпроцентника у него, да, она получит 33 балла, и это даст ей возможность заработать 71 рубль. Ну, вроде бы как небольшие деньги. Давайте смотреть дальше. Если ты шестипроцентник, то ты зарабатываешь на акции, на этой акции уже 285 рублей, потому что у тебя 4 человека, 4 флакона, да, и 6%. Далее, девятипроцентник 641 рубль может заработать, 12-процентник 1100 рублей, 15-процентник 1782, 19-процентник 2708 рублей, и 23-процентник может, если он всех этих людей зарегистрирует в свою первую линию, может заработать 5464 рубля, потому что у него 20 штук, и, ну, естественно, 23-процентное вознаграждение. Но, как мы сказали выше, да, мы можем регистрировать вот этих вот мамочек или там папочек, неважно, да, кого, не только в свою первую линию, но и в глубину, и поэтому здесь, конечно, суммы могут варьироваться. Но вот если это все в первую линию, то у нас происходит вот так. Понятно, вроде бы как не очень большие деньги, но давайте посмотрим, что будет, если мы этих, эти семьи, этих молодых мам поведем по стартовой программе. И здесь уже расчет выглядит следующим образом. Минимальный заказ по второму пятому шагу стартовой программы – это 2000 рублей. Кто-то, возможно, и больше сделает, но я не стала брать там какую-то среднюю цифру, да, а взяла минималку. И это, опять же, если мы берем полнобальный продукт, это 22 балла. За 4 балла, а за 4 периода один вот такой новичок сделает товарооборот 88 баллов. И что мы в данном случае уже получаем? Трехпроцентник за двух своих новичков заработает, на двух своих новичках заработает только на объемные скидки 454 рубля, 6-процентник 1800, 9-процентник 4000 с лишним, да, 12-процентник почти 7300, 15-процентник 11300, 19-процентник 17285 рублей и 23-процентник 34 тысячи рублей дополнительно заработает за участие в этой акции, приведя 20 новичков в свою первую линию. Вот, еще раз повторяю, что это минимальный заказ, и, ну, вот такие результаты. И 5 каталогов, как вы знаете, это примерно где-то 3,5 месяца. Идем дальше. Про сумму мы с вами поговорили, зачем нам это надо. И снова эта акция, да, которая, ну, вот снова схема, да, о которой мы уже сказали. Сегодня начинаем, заявляемся на акцию до 9 июня и работаем с каждым лидером весь 8-й каталог на увеличение статуса по маркетинг-плану. И с 9-го максимально включаемся в процесс участия во флешмобе. Еще раз, схема, ну вот меня лично она как-то совсем прям ввела в транс, когда я ее посмотрела. Хотя на самом деле потом, когда я начала разбираться, а у всех у нас будут вот эти презентации, да, я, в общем-то, ее с легкостью усвоила. Вот. Ну и так как я любитель все же табличного восприятия, то для всех... Вот еще, кстати, текстовый вариант того же самого, но в тексте, да, если там была схема, вот здесь вот текстовый формат, ну и мой любимый
табличный вариант. Давайте вот прям на нем еще раз я остановлюсь. Кто не умеет читать таблички, да, тоже помогу. Смотрите, здесь я постаралась максимально прямо вот структурировать всю информацию. Итак, с сегодняшнего дня, с 20 мая по 9 июня, когда идет 8-й период, мы подаем заявки на участие в акции. Что это значит? Первое, директор отправляет ссылку на бот всем консультантам от 3%. Ну, естественно, после предварительного собеседования. Директор созванивается с консультантом от 3% и поясняет, как вы зарегистрироваться в боте. Консультант от 3% и выше при его согласии подает заявку в бота, подписывается на канал акции, и консультант активирует свой бот, свой номер в боте. Вот это все, что касается вот сейчас до 9 числа. До 10 июня начинается период номер 9, и компания делает настройки в программе. В этот день мы с вами ничего не получаем, да, не, ну, если нужно, конечно, оформляем заказы, но не встанут у нас в эти заказы пока витамин D, да, потому что именно по результатам 8-го каталога, ну, я так понимаю, там практически вручную будут делаться настройки. И с 11 по 14 июля, это 9 и 10 период, мы с вами находимся в процессе получения продукта. И что здесь нужно? Консультанту нужно оформить первый заказ вот в этом периоде, да, и сразу же в этом периоде, в первом, он получит набор в том количестве, набор продуктов, да, набор витамина D в том количестве, который положен ему по маркетинг-плану, по ступени маркетинг-плана, который он закрыл в 8-м периоде. И с 11 июня же, да, по 31 июля уже начинается такой общероссийский флешмоб. Это 9, 10 и часть 11 периода. Здесь мы должны зарекрутировать человека, выдать витамин D и зафиксировать данные данного человека, данные новичка в боте. Что здесь, какие действия здесь человек делает? Во-первых, участник акции ищет семьи с детьми до 3 лет. Вот смотрите, это могут быть дети 2 года, 11 месяцев, там 28-29 дней. Вот. Если ребенку 3 года случилось на момент начала акции, то, к сожалению, мы уже не можем родителей этого ребенка включить в эту акцию. Вот. Тоже делаю акцент на том, что в акции участвуют родители, которые не зарегистрированы. Еще раз повторяю эту идею, да. Второе, мы получаем согласие от родителей на участие в этой акции, регистрируем одного из родителей на сайте faberlic.com. Четвертое, что мы делаем, фиксируем данные для отчета. Ну, это можно либо тут же, да, там, отправлять отчет в бот, ну, либо себе там завести какой-то блокнот специально. Ира, пропал звук. Да. Да. Вот четвертое. Мы фиксируем данные для отчета, как я уже сказала выше. Это дату рождения ребенка, номер свидетельства ребенка. Передаем подарок и вносим данные в отчет в боте. И 1 августа все невыданные нами продукты витамина D3 мы передаем в компанию. Как будет происходить процесс передачи, пока у меня информации нет, потому что, ну, мы надеемся, да, что, ну, раздать подарки, это, ну, прям вообще почему бы и не делать этого, да, в полном объеме. Но если вдруг все же так случится, что у вас останется витамин D3, то регламент возврата будет нам, ну, сообщен, я думаю, либо также на вебинаре, да, либо там, ну, в каком-то личном персональном сообщении. Все, я закончила. Спасибо большое за внимание. Ир, спасибо огромное за такое прям, ну, подробное и мотивационное выступление, потому что, правда... Так, раз-раз. Ага. Ирина, спасибо огромное. Слышно, Маша, слышно тебя. Да, смотрю, у меня микрофончик выключил кто-то мне. Вот. И еще отдельное спасибо за вот эту табличку, где, правда, вот все по полочкам, все в колоночках, что, когда, даты, что делаем. Это прям супер.
Друзья, вот особое внимание просим вас акцентировать на правильность включения, да, вот подачи этих заявок. Здесь самое главное – написать свой регистрационный номер, да, без ошибок, посмотрите, да, при регистрации, чтобы потом вам вот эти начислились витамины, да, настроились, произвели настройки согласно вашему статусу. Вот, поэтому очень внимательно и правильно заполняем рек-номера, вот, чтобы все это дело прошло. Вот. Жень. Еще что-то, ну, еще дополнить. В принципе, все, да, коллеги, просто внимательно по срокам, внимательно по всем условиям нашей акции. Я думаю, что мы ее отработаем очень хорошо, как мы умеем, как мы любим. Ну и не оттягивайте, конечно, вот этот момент подачи заявки, потому что, ну, еще раз, да, мы уже знаем, кто первый встал, да. Того и тапки, да, потому что, да. Витаминов ограничено, их не бесконечное количество, да, поэтому здесь важно вовремя заявиться, и тогда под вас уже это будет приготовлено, ну, зарезервировано, вот так вот я бы сказала. Вот, поэтому, собственно говоря, надо быстрее это все подать и уже включаться летом в акцию. Вот, поэтому, друзья, включаемся в программу, встречаемся со структурой, запись будет. Все, всем огромное спасибо, хорошего дня. Да, и Виктория, тоже вот финальный вопрос, который вижу, да, так, нет, убежал куда-то. В общем, по отчетам, да, Виктория спрашивала, увидим ли мы, кто подал заявку. Да, этот вопрос прозвучал у нас на первом вебинаре, и, в общем-то, насколько я понимаю, должны рассмотреть эту техническую возможность для того, чтобы видеть, да, кто из нашей команды подал заявку на участие. Вот, коллеги, ну, в общем, все, да, подаем заявки, включаем своих партнеров, своих структур и начинаем такой важный процесс витаминизации нашего будущего поколения. Вот они сейчас такие малыши, а совсем скоро это наше будущее. Все, всем огромное спасибо, всем, да, хороших результатов, всего самого-самого лучшего. Да, и вырываемся в активное лето, да. Спасибо компании, что она опять нас, ну, в очередной раз поддерживает в лето и дает такие возможности. Все, пока-пока.